Курортное село Зеренда осталось без отопления. Там рухнула теплотрасса, проложенная на высоте 3 метров. Обрушение трубопровода напугало местных. Я шел по дороге и услышал скрежет. Я скрежет, потом голову поднимаю, смотрю, она падает. Но я в сторону отбежал. Хорошо, что на улице просто никого не было в этот момент. Там ни детей, ни машин, а так бы не успел бы никто убежать. Люди повыходили, смотрели. Аж на соседней улице было слышно, как она упала. Тепломагистраль является центральной в системе отопления Зеренды. Почти 200 метров металлической теплотрассы рухнули на землю, сорвавшись с мощных железных балок. Трубопровод моментально разорвался, и из него стали бить огромные фонтаны кипятка. Без отопления осталось около 500 абонентов. Среди них районная больница, 3 детских сада и 2 школы. Чтобы вернуть жителям тепло, в поселке экстренно задействовали резервную котельную. Причину обрушения выясняет экспертиза. Известно, что рухнувшая теплотрасса была запущена в прошлом году, и ее качество постоянно вызывало нарекания. В 2022 году мы запустили ее, однако по независящим от нас причинам происходили определенные перебои, аварии происходили, имели место, в связи с чем мы были вынуждены подать на поставщика в суд.